Привет, друзья! Расскажу вам, как сделать вот такую траву. Скажем так, ее можно регулировать больше-меньше. Урок займет минут 5. В принципе, она фотореалистичная такая. Можно, ну, это у меня движок на Cyclone, рендер идет. Поэтому, ну, минут 5 займет урок. Покажу вам, расскажу. В общем, приступим. Управляем, создаем поверхность plane S10, чуть-чуть увеличиваем. Так, заходим в скульптинг, нажимаем галочку там zoom top, немножко радиус увеличиваем, ну и немного начинаем тут придавать форму, скажем так, этой поверхности. Так, придали Object Shade Smooth. Так, теперь надо нанести, скажем, это материал земли. Так, есть прекрасный сайт Polyheaven. Вот. Текстуры, модели, текстуры тут, вот выбираете тут, можно сказать, какую-то землю. Допустим, я просто уже заготовил себе. Тут можете скачать землю. Тут получается в моделях. Ну, тут можете траву тоже скачать. Ну, я вот эту скачал себе. Тут тоже мы зашли. Вот тут blend выбрали для блендера. И скачаем это. Ну, в общем, разберетесь. Ничего там такого сложного нету. Так, заходим. Append нажимаем. Ищем, где вы скачали землю. Так, что выкинуло. Так, YouTube, Grass, так, Ground, вот я скачал. Нажимаем Collection, все это выделяем. Так, есть. Ну, в принципе, вот эта земля, в принципе, она нам тут и не нужна. Сама сфера. Нам главное, чтобы был сам материал, чтобы добавился. В принципе, он добавился у нас. Этот материал. Потому что нажимаем. То есть, ну вот он, Forest Ground. Нажали. Теперь, видите, он немножко так неравномерно. Надо выполнить развертку. UV Editor нажимаем. Тут мы переносим, нажимаем Tab. Эй, выделяемся. Тут заходим UV. Nural Smart. Окей. Все, она появилась. Вот. Эта земля есть. Так, теперь нужно нам добавить HDR карту. Так, Shade Editor нажимаем. Вот. Так, вот он. Есть кон. Так, Shift A N Water Texture. Находим, так, подключаем. Open. HDR карту убираем. В принципе, тут сильно не имеет значения. Ну, допустим, посветлее какую-то выберем. Open. Открыли. Так, вот такая у нас HDR карта есть. Так, теперь, скажем, приступим к самому основному, к созданию травы. Так, это пока можно закрыть. Заходим сюда, создаем частицы. Плюсик, Hair, нажимаем. Создалась такие, скажем так, типа волоски. Теперь заходим, надо добавить саму траву. Ищем, куда вы туда скопировали. Вот у меня папочка Grass. Заходим. Collection. Все выделяем. Добавить. Так, вот оно у нас все добавилось. В принципе,
Этот шарик можно тоже удалить. Вот. Вот все, скажем так, вся эта трава. Раз, медиум на 0.1 и пошли, скажем так. Нажимаем Render, Collection, выбираем коллекцию. Раз, медиум 0.1. Тут она добавилась, но мы пока не видим, потому что надо увеличить scale. Больше, меньше теперь делаем. Соответственно, чуть-чуть увеличим рандомность, чтобы она, так скажем, была где выше, где ниже. Ну, длину можно, в принципе, хотите тут регулировать, хотите тут. Так, можно зайти еще Simple нажать. 210. Ну, в принципе, вот такая у нас травка получилась. Если нажать Cycles, ну, естественно, оно будет еще более лучше выглядеть. Что-то реалистичнее, так скажем. Вот, эта трава. Так, ну, нужно даже чуть-чуть уменьшить. Ну, как-то так. Вот. Такой вот. Вот наша трава, в принципе, готова. Ну, в общем, ничего тут такого сложного нету. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. В ближайшее время буду выпускать... Ну, минимум раз в неделю точно ролики на тему блендера. Еще собираюсь показать обзор, а также как работать в Unreal Engine 5. Вот. Все, всем пока.